Доброго утра всем! Без 10:08 у нас, сейчас будем завтракать. А Фанька опять проснулся в 6:30, это был какой-то кошмар. Я так хотела поспать, но уже никак. А вот настоящее доброе утро, это когда цветочки от мужа с утра. Посмотрите, какие красивые. Вообще супер, да? Мне кажется, вообще супер-пупер букетик. Так, ну что, будем завтракать? Где? Шарль, я пытался вызвать, но надо в гамбишинах. Да, это глупости, даже не говори мне об этом. Мне это не нравится. Это плохо. Мне не плохо. И страшно, не надо. Мам, он может с вами гулять. Да нет, лучше я с вами буду гулять. Так, ну что, будем завтракать? Гренки у нас. И чай, кофе с молоком. Я хочу кашу с изюмом сварила. Овсянку. Ты будешь кашу? Что, давай попробуем, конечно, я не... Да? Это овсянка! Кашу надо кушать, это сила. Давайте все теперь будут кашу, ну, вернее, не все. А Фоня еще будет кашу, и Григорий, и я. Короче, 3 из 5. Да. Так, посуду я все намыла. Сейчас сколько? Без 15:10. Хочу на обед, знаете, что приготовить? Рагу в духовке, в общем, запечь овощи все, и которые у нас есть, там картошка, морковка, лук, перец, чеснок, что еще у нас есть, сейчас пойду баклажаны или цукини, что там выросло, поищу молоденькое, и хочу, в общем-то, приготовить рагу, там у меня есть куриные эти, ой, это я, куриные, в общем, чупа-чупсы эти, как они, голени называются. Вот, я все время их с бедрышками путаю. Ну, в общем, неважно, с куриным мясом. Все это в большом противне, в духовке сейчас запеку. И офигенная часть этого всего – это идти собирать урожай прямо на огороде. Мне это вообще безумно нравится. Сейчас пойду за баклажанами, за перцем. И будем готовить. Так, собрала я 3 цукини, перчиков вырвала. Вот. И сейчас иду все чистить, резать мессером-дессером. Намыла это все овощи, но сейчас думаю, что для начала нужно заняться мясом. Помыть его тоже, посолить, поперчить чесночком. И оно будет стоять, пока я буду резать овощи. Афонька пришел. Ты где был? На улице? Полаю. Дрова возили с папой? Да. Молодцы. Не надо туда руки засовывать. Вот ты сейчас как будешь ее вытягивать? Ну а зачем ты ее сюда засунула? Вот скажи мне, пожалуйста, теперь надо потихонечку вверх поднять. И не надо больше сюда засовывать. Понимаешь? Да. Да то тебе будет так больно. Понимаешь? Так, а я уже мяско приготовила. Сейчас порежу все овощи. Так, мясо будет стоять ждать. Все овощи порежу и потом все это смешаем, и будет нам счастье. Все, я все овощи порезала. Блин, я теперь плачу от лука, пипец. У меня потом это так долго не проходит. В общем, все овощи нарезаны. Сейчас только морковку достану с морозилки. Не хочу я с ней париться. Все найсером-дайсером, крупным кубиком порезала. Помидоры единственное вручную. Здесь картошка, цукини, болгарский перец, лук, помидоры. Сейчас еще сюда добавлю морковки. Все вот в этом глубоком противне будет. И... сверху курочку уложу, будем запекать. А вы помните все эти приколы со слезами на ютюбе? Сейчас духовку включу. Это вообще было прикольно, да? Все плакали по поводу и без повода. Из-за лука. Из-за чего такого угодно. Вообще, да? Вот это была жесть. Я вообще в шоке, что так люди могут. И потом все плакали, все, кому не лень. Вот, желаю нам всем, чтобы мы плакали только от счастья, а от счастья или от лука. Все, пошла умываться. Поплакала чуть-чуть. Ну что, все готово. Все разложила. И теперь все отправим в духовку. Не знаю, насколько, как приготовиться, но как минимум на час, я думаю. Так, а я наконец-то навела порядок под навесом. Повытирала пыль с подоконников этих всех. Паучков и букашек.
И сейчас идем уже обедать. Уже у нас час дня. Папуля наш пошел спать, а дети в комнате играют. В общем, ура, ура. Голодный ребенок уже ждет маму. Мама, это олени. А, ты купаешься? Да, это олени. Олени? Мама, нет, это река. Речка? Да. Или море? А море. На море ты купаешься? Так что, мы обедать будем? Накладываем кушать? Да, папа, руки. Ну, папа спит пока, папу не будем будить. Мы сами покушаем, хорошо? А папа? Папа потом, когда проснется, хорошо? А будем на маму, папа? Потом будет. Ам-ам. Мама, я пью олен. Да? Ты в речку? Мама, а я куплю. Давай. Опа. Да нырять, да? Прыгать? Да. Видик наш готов. Красота такая вообще, мне очень нравится. Сейчас будем кушать с детками. Так, уже у нас 5 часов. Я заложила стирку. Мои мужчины тут смотрят. Что вы смотрите? Не показывай. Это зомби. Это зомби? А что это, пап, за кино? Война миров Z. Правильно. Короче, война миров какая-то. Z. А, война миров Z. Вот. А мы сейчас с Афоней идем на улицу. Антоха, походу, хочет спать, потому что не спал в обед. Наверное, сейчас заснет. Но я их не буду показывать, а то они тут все в труселях лежат. Все, мы с Афоней на улице. Так, я, в общем-то, мыла раковину. Но, посмотрите, пема люксов, или как-то так называется, забыла, как. Комет, вот как называется. Ничего не отмылось. Так что у меня закончилось средство от Фаберлик, так что сегодня надо обязательно заказать, чтобы во вторник уже забрать и тарахти поехать в дом Фаберлик. Машинка тут тарахтит. Так, а Афонька ждет уже меня на улице. Покажи, что там у тебя. А, улитки. Они сегодня ходили с папой до дедушки Коли. Там нашли. До дедушки Коли. Ну, в общем, в том доме, где раньше жил дедушка Коля. Вот это до дедушки Коли выходили, и там улиток нашли, да? Покажи. Вот какая большущая, вот такая. Мама, где Коля? Я не знаю, сына. А вот она, посмотри, куда она заползла. Вот. Где? Сбоку. Посмотри, как она. И вот они как приклеились, ты видишь? Да, лигу. Видишь? Афонька молодец, он сам одел кепочку, да, сынок? Да, папа. Так что... Еще все равно жарко. Я сейчас разберу вот эту вот всю кучку, что я здесь наставила после уборки под навесом. И буду мыть помидоры, носок, томат. Вот теперь показывай, что ты с ними сделала. Улитки. Вот это улитки. Как их зовут? Ломанова. Это маленькая, да? Как зовут твоих улиток? Это Ходова. Это большая, да? Это дедушка. Вот это дедушка? Да. Угу. А еще кто есть? А это сынок. Сынок, ага. Да. А это дедушка. Дедушка и сынок, да? Да, это дом. А это домик улитки. Ты видишь, она с собой носит еще и домик сразу. А где мам? Зачем домик? Чтобы там потом спрятаться и поспать. Мама там будет. О, вылазит, смотри, вот вылазит улитка. Видишь? Мама вот. Вот, дедушка вылез, да? А это кто? Вот это что за улитка? Как ее зовут? Вот. Как? Свинка Пеппа. Свинка Пеппа? А это как? Не знаю. Это свинка Пеппа? А где это свинка Пеппа? Все свинки Пеппы? Да. Это дедушка. Дедушка? А это... Ну, подумай, хорошо только. А мама там, а мама, мама. Марси, куда там? Ам-ам? Да, мама, ама. Мама, 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 Марси. Так, ну все, играй, я буду мыть помидорки, хорошо? Да. Гляньте, что мамуля нам с папулей привезли. Сегодня были на ярмарке, или я не знаю, где это, на витамине, по-моему, магазин восточных сладостей. И там очень много всякой халвы. Здесь вот они купили с маком и шоколадную. Так, мама еще вот купила нам лапши.
Это тоже Шабинский этот район. Тот, по-моему, тоже. Ну да, тут это же они сюда на ярмарку. Ну да, вот это 300 грамм. Там же полкилограмма, 65 рублей. Ага. Здесь 300 грамм 50, да? Ага. Такая вот она широкая. Для гарнира. Угу. Можно и так вот, что хочешь, знаешь. Ну да, можно типа лагмана, сейчас же как раз овощи есть, да? Угу. Так, я уже перекрутила здесь помидорки. Вот видите, томатный сок готов тогда, когда здесь уже нет пены. То есть после закипания вся пена куда-то исчезает. На стенках, наверное. Вот, и сейчас буду закатывать. Как обычно, соль и сахар. Перец горошком не добавляла. Теперь отсюда достаю кастрюльки. Вот это вот обычно... У меня кастрюлька рабочая и черпачок из Икеи. Ну что, сейчас будем катать. Для начала закатаю две большие баночки, а потом посмотрю, что останется. Может быть, еще маленькие. Так, две баночки ровно получилось. Вот, здесь совсем капелюха осталась. В кружку себе вылью, буду пить. Так, а родители же сейчас уехали, и мы разговаривали про халву, что папа говорит, вот мы купили халву, шоколадную, это было с орехами, с грецкими, с тертыми, в общем, с ореховой крошкой и с маком. И еще заехали в обычный магазин, купили обычную халву. И говорит, мы что-то разницы не заметили, ну, только если в цене, то есть вот эти вот всякие по вкусу, халва и халва, ну мак еще как-то чувствуется, ну и то прям какого-то сильного вкуса, вот семечко все равно все перебивает. Шоколады вообще не чувствуются, ореховые крошки я там тоже вообще не заметила. И, в общем, короче, халва, она и в Африке халва, цена, разница только в цене, поэтому это все какие-то маркетинговые ходы, никакого там... вкусового какого-то такой явной разницы, что, допустим, шоколадное мороженое и пломбир, вот явная разница. А тут вообще никакой разницы, разница только в цене. Поэтому ешьте обычную халву. Вот так вот папа сказал. Разницу, говорит, мы только в цене заметили. Так, а вот тут у нас удочка. Ну, правда, одна, остальные папа уже загрузил. Это что, подставка для этой? Ну, да, поставим, чтобы спиннинг. Это Ришка варил. В общем, завтра мужчины собираются ехать на рыбалку. Что это? Перч! Перч? Да, видишь, это просто перец. Кукурузу, мне перец не нормально? Нужен. Нормально? Это вся я. Это с Гришкиного огорода, да? Пойдет. Кукурузу берет. Я говорю, я еду с тремя детьми на рыбалку. То есть, у кого будет рыбалка, у кого отдых. Да, я не понимаю, конечно, это, но я еду. Да, я галочку поставила. А, ты галочку поставила, типа ты... Типа, теперь ты меня вези куда-нибудь, да. Потому что ты же на рыбалке был. Да, 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 точно. Афонька, ты куда поедешь завтра? Не надо, ну. Говорю, залезь, брось. Опять Что там у тебя, коза? Да. Скажи, ты куда едешь? Абаку. Абаку? С кем? Папа, мама. Нет, мама будет спать. Мама как раз завтра у нее будет отдых. Угу. Да. Понятно, что еще стоит. Маму не будить, понятно? Не надо, мама. А как же завтра ранний утро? В 5 утра? У нас на завтра надо что-то собрать. У нас нечего даже собрать. Зак. Нет, я думаю... Съездить в магазин? Агра этот, купить иди. Тушенку? Тушенку, да. Там. Надо быстрее, ну, до 8 тогда. Может съездить сейчас? Съездить. Вот я доехала до родни, у Сереги тут новый рюкзак. Серега, где вы его купили? В спортмастере за 300 рублей. В детском мире. Но он прикольный, да? Там мама что там... Мы с ней бабу пали в канцелярию. Зоя. Потом Зою. Ну что, там дешевле? Не знаю, мы не смотрели по ценам так прям сильно. Единственное, что в одной руке тетради по 4... Ну да, только сколько до тетради. Да, какая разница? Да. Дети тут персики едят, а Фоня свой не доел. Чего тебе, кислое уже? Оно до косточки уже доходит кислинка, да? Так вроде ничего, а так кисло. Можно это чуть сахарком. Сахарком? Я пойду с сахаром добавлю. Пойди попробуй. Так, вот что значит, заехала до родни, не предупредила мужа, он тут ждал меня, ждал. В общем, ругался на меня. И на мне закончилась вода в душе.
есть все-таки Бог на свете. Я, в общем, какая-то недомытая. Вот, все, 9:30, и мы ложимся спать 9:30, Зарь? Я, да. Ты как хочешь. Ну, значит, мы ложимся спать. Очень это странно. Слышать. Вот так вот, ладно. Все, пошли спать. Пока. Скажи, ты куда? А бабку. С кем? Афоня, ты еще не спишь? Папа. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.